9 февраля. В рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии в культурно-просветительском центре «Царский» пройдет концерт «Много лет, как кончилась война». В программе прозвучат песни о Великой Отечественной войне. Исполнители. Заслуженный артист России, солист Свердловской государственной академической филармонии Иван Алексеев, тенор, и лауреат международных конкурсов Елизавета Шубина, фортепиано. Начало 18:00. Адрес центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок. Плюс 7 343 371 71 67.